В этом видео я покажу, как можно получить бесплатные шаблоны, виджеты и так далее. Меня зовут Федор Васильев, и произошли изменения у нас в плане подписки и приобретения моих бесплатных уроков, виджетов, шаблонов. Сервис рассылки, через который я своим подписчикам рассылал письма, и также новые люди, новые пользователи, которые приходили и через подписку получали мои уроки, виджеты, шаблоны, теперь это у нас не работает. Сервис просто прекращает свою работу. И я сделал немножко по-другому. Теперь это будет происходить с моего непосредственно сайта, с блога fedorvasiliev.ru. И, на мой взгляд, я сделал намного удобнее, чем было раньше. Теперь во время регистрации на сайте мы можем одновременно и зарегистрироваться, и подписаться на рассылку, то есть, например, на получение бесплатных уроков Joomla. Баннер вот у нас, виджеты для Muse бесплатно и создание одностраничных сайтов. Вот три рассылочки. Ну и еще есть рассылка у меня по шаблонам Joomla. Также на эти рассылки вы можете попасть через видеоуроки в YouTube. Но давайте начнем сверху. Чтобы получить, например, бесплатные уроки по Joomla, 63 урока, вот здесь у нас баннер, мы просто кликаем по этой картинке, и нас сразу перебрасывает на страницу регистрации. Здесь у нас это относится вот к этому пункту. То есть мы просто ставим галочку на ту рассылку, которую мы хотим получить. Сейчас я более детально расскажу, как это работает. То есть если вы уже зарегистрированы на сайте, то, конечно же, у вас не получится так подписаться. Это для абсолютно новых пользователей, которые, возможно, не хотят регистрироваться, а просто пришли как бы подписаться. Но теперь на сайте у меня работает такая ситуация. Что, во-первых, дает регистрация на сайте? Регистрация на сайте бесплатна, она дает преимущество. Значит, можно беспрепятственно писать на форуме, задавать какие-то вопросы, писать комментарии, воспользоваться магазином также, если вы уже авторизованы, не представит какой-то трудности совершить покупку через мой магазин. Это возможности просто регистрации. Да? Давайте посмотрим дальше. Получить виджеты теперь у нас при регистрации мы галочку ставим здесь. И, соответственно, ваш первый одностраничник ставим галочку здесь. То есть это относится к этому чекбоксу. Сама процедура регистрации, если вдруг возникнет сложность или не найдете кнопку, я решил в этом видео сразу раскрыть все эти нюансы. Во-первых, смотрите, самая последняя правая кнопка, вот вход, регистрация, вот она у нас с замочком, кликаем по ней. Тут мы можем сразу авторизоваться или, если нужно, зарегистрироваться, если вы первый раз пришли, то вот здесь внизу есть ссылочка, еще нет учетной записи, вопрос. Кликаем по этой ссылочке, как раз попадаем на эту страницу. Также на эту страницу вы попадете, если вы кликнете напрямую по баннеру на ту рассылку, которую вы хотите подписаться. Вы попадете на общую страницу регистрации, на какой бы баннер вы здесь не кликнули. То есть у нас идет теперь все вместе. Регистрация вместе с подпиской. Также, если вы находитесь на форуме, форум, кстати, обновился, и теперь у нас здесь новый дизайн. Если вы здесь раньше бывали. Здесь у нас вот кнопка «Войти на форуме», также регистрация. Внизу ссылочка, также нас перебрасывает на ту же страницу. Что здесь происходит? Все поля обязательные здесь, кроме вот этого блока «Ваши интересы». Это как раз-таки есть эта подписка, о которой я уже говорил. Вы заполняете правдивыми данными, логин, пароль два раза, то есть пароль и повторить пароль. Сейчас по поводу рассылки здесь скажу. Адрес электронной почты, будьте внимательны, чтобы у вас вы знали от пароля от вашего ящика, чтобы это был действительно ящик, потому что вам придется подтверждать подписку. Здесь не получится просто левый какой-то ящик ввести и зарегистрироваться. Вам придет письмо с ссылкой для активации вашего почтового ящика, что это подтвердит, что вы действительно человек, что вы не бот какой-то, не робот, что вы действительно хотите здесь находиться. То есть какие-то там спамеры, какие-то накрутчики, там халявщики здесь, конечно же, на сайте мне не нужны. Они все будут вычищаться, и будет только чистая живая база моих подписчиков, те, кто хотят принять участие в моей школе. Ну и обычная капча, да, от спам-ботов. Здесь сложности возникнуть не должно. И кнопка регистрация. Сейчас пошагово я зарегистрирую тестового человека, чтобы весь процесс вам показать. Возвращаемся теперь к блоку «Ваши интересы».
Смотрите, вы можете, если такое есть желание, подписаться сразу на все. Изначально, кстати, обратите внимание, есть птичка зажата, чекбокс Adobe Muse. То есть, если вы здесь ничего не будете трогать и оставите эту птичку, вы автоматически подпишетесь на рассылку темы Adobe Muse. И тут же вам придет автоматически на ваше письмо, которое вы использовали при регистрации, еще одно письмо с ссылкой на скачку видеокурса для начинающих по Adobe Muse. То есть, смотрите, если подписка не нужна никакая, просто регистрация на сайте, вы снимаете все галочки. А если нужно что-то одно, ставите галочку. Придет нужное вам письмо. То есть, Joomla — это Joomla курс, виджеты, понятно, и шаблон для Joomla. Также можно все галочки зажать, и придет все 4 письма. То есть, подписка будет моментально сразу на все. Я считаю, это намного удобнее, нежели было раньше. Ну давайте оставим Adobe Muse по умолчанию и попробуем зарегистрировать тестового пользователя. Имя я выбираю Олег, логин, пароль, повторить пароль, адрес электронной почты вбиваю тестовый, ставим галочку, я не робот. У вас может возникнуть вот такое окошечко, здесь ничего сложного нет. Это нас проверяют, робот мы или нет, или какой-нибудь там может быть спамер, я не знаю, как там алгоритмы работают. Капча 2.0. Читаем вот здесь наверху, что нужно сделать. То есть выбираем все изображения, где есть дорожные знаки. Нажимаем дальше. Сделали что-то неправильно. Пробуем еще раз, пока не появится галочка. Нажимаем регистрация. Вы должны увидеть на моем сайте вот такое вот сообщение. Учетная запись была создана, но указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации. Вот, в принципе, что нам нужно. Переходим в почтовый ящик. Я использую почту Mail.ru. Тестировал я на Mail.ru, на Google почта, на Яндекс почта. Смотрите, письма приходят моментально, в принципе, но на Яндексе может быть задержка. Вообще может быть задержка в любом случае. Здесь зависит уже, затупит ли почтовый клиент. Так что смотрите, если вам второе письмо не пришло моментально с подпиской, то есть для приобретения там уроков, виджетов, шаблонов, сразу не трубите в техподдержку мне, немножко подождите, ну, максимум подождите час, это в худшем случае. Если через час не придет письмо, только тогда вы сможете мне отписать, и будем решать, почему не пришло письмо. Обязательно проверяйте папку «Спам». Вот, в принципе, мне на всех трех ящиках, то есть Яндекс, Google, email, письма мои в «Спам» не попали. Вот я уже много раз тестировал, не попали они. Но все равно может попасть. Поэтому вот в Mail.ru спам у нас находится вот здесь, вот видно, да? Переходим, там будет, если письмо наше, то вы там заходите в письмо и активируете. Если также у вас без проблем попало, как у меня, входящие, то есть вот оно, видите, школа Федора Васильева, подтвердите вашу регистрацию на сайте fedorvasilyev.ru. Заходим, давайте, в письмо. Теперь у меня новый дизайн писем будет вот такой в одном виде, в одном дизайне. Здесь есть полезные ссылки наверху, текст письма, вот здесь вот читаем. У нас ссылка для активации находится вот здесь вот, да? Логин и пароль наш, который мы указывали при регистрации. Ну и полезные уроки, советы и рекомендации моих топовых курсов. Также внизу есть ссылки в социальных сетях, где я нахожусь. И внизу есть ссылочка отписаться от рассылки, если вдруг вам станет неинтересно получать от меня в дальнейшем письма. То есть просьба у меня к вам, не надо мои письма через почтовый клиент загонять в спам, ну якобы, что я спам распространяю. Просто просьба. Вы можете просто отписаться вот здесь внизу по ссылочке, и вам не будут больше приходить письма, и как бы мне хорошо, я не буду репутацию почтовых клиентов терять, и вам ничего больше приходить не будет. Поэтому она здесь не просто так, эта ссылочка очень важна для меня. Ну так смотрите, возвращаемся к теме. Значит, я кликаю по ссылке, здесь вы читаете текст, активируем нашу учетную запись, нас перебрасывает на мой сайт. И здесь опять мы можем прочитать сообщение. Во-первых, сообщение: подписка, ваш первый одностраничник, то есть куда мы как раз подписывались, успешно отправлен на тот адрес, который был использован при регистрации. И еще одно, ваша учетная запись была успешно активировано, теперь вы можете войти. То есть, если у вас все так же, как сейчас у меня, значит, вы все делаете правильно, и никаких проблем, трудностей у вас не возникает. Тут же вы можете войти на сайт, использовав логин и пароль, который вы только что использовали при регистрации. Нам пока это не интересно, потому что здесь все просто. Мы возвращаемся опять на почту.
переходим во входящие и видим, моментально пришло еще одно письмо. Это гораздо быстрее приходит, чем нежели это приходило раньше в рассылке. Многие мне писали, что письмо не пришло. Не дождавшись, буквально 5 минут мне пишут, и через 5 минут письмо приходит, они: о, все, письмо пришло, там, извините. То есть, вот вводит в заблуждение людей вот такие вот задержки, буквально в 5 минут. Здесь я обратил внимание, то есть, именно с моего сайта, приходит моментально. Надеюсь, так оно всегда и будет. Значит, название письма с моего сайта, подписка, ваш первый одностраничник. Это вот как раз тема Adobe Muse, ваши интересы. Переходим внутрь, видим дизайн письма, такое же, приветствие. Но только текст содержания письма другой, да? Здесь мы можем скачать курс. То есть небольшой текст вступительный, логотип Muse и кнопочка с ссылкой на закачку курса. То есть если мы кликаем, нас перебрасывает на Mail облако, где, я считаю, удобно очень скачивать, и ссылки здесь вечные. Никогда сервис их не удалит, пока я их сам не удалю. И спокойненько качаете материал. Вот и все, в принципе. Я считаю, что здесь ничего так особо сложного нет. Да, бывают какие-то трудности, бывают проблемы у самих почтовых клиентов. От этого никуда не деться, да? Ну, сейчас вы видели, я зарегистрировал тестового человека. То есть, на мой взгляд, намного все проще теперь стало. Мы сразу и регистрируемся на сайте, становимся участниками моей школы Федора Васильева. И сразу же можем что-то забрать. Уроки полезные, виджеты, шаблоны. На этом я здесь ставлю паузу. Надеюсь, для вас этот обучающий урок был полезен. Если так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья.